вот этот туман из сердца, любить их там. В общем, что-то дает мне грусть. Галактическая экономика, вот это выгодно. Это раз, два, три, четыре, пять стадий надо пройти, если... Расширяет количество вещей, я не помню. Во всех колониях, в общем-то, вот их непонятно, если... Потом страдаем с этим терраформингом по 30 туров. Пройти, а тут раз и все. Но чем больше мы с ним, тем он медленнее нарастает. То есть выселим на гражданском корабле. А те тут быстрее нарастают, чем следующие дни. То есть предъюнит будет расти быстрее. Такая вот парадоксальная статистика. Просто у нас все спасибо. Экран вообще выгодно только не легко. Даже крейсер там не играли, там разработали тему. Плюс 20 поле. Ну, для перманента защиты это нормально, если для меня. Если не доминируешь, то это экран, по-моему, сам вооружение все равно. Большой экран. Тот экранчик. Сколько? Это то ли плюс 50 или плюс 30. У нас плюс. Ну, вооружение больше. Что в 5 раз больше сидит там нельзя. Город конструктор. Вот конденсатор защищает прочность экрана базового корпуса 20%. Электроника и кибертехника, ангар бронетехники. Дальше. Еще не надо. Вот у нас стелс вот так. Вот электронный компьютер. Ну это же стелс уже получилось. Вот это штучка. Конденсатор защитный экран, вообще защитный экран. 20% мини-экран. Это все от робототехники. Вот. Позитронная физика, робототехника, автроника. А мы ищем варп. Варп-врата или... Сейчас. Вот развивается, вот как тут вот двигательный Дмитрий плюс 60%. Ну, скорость. И скорость 3. Получим туда. Осталось. Это ты где-то 15. Сеть виртуальной реальности. Пошли галактическую. Пошли увеличивание за потом. На плюс 5. Нужно добраться до звездной крепости. Ну, 8. Для родовной обслуги. На одну внутри поставим. Дальность сканирования плюс 3. Если командная плюс 10. Тут это супер сумасшедший. Вот
российская киберсеть. То есть 50% исследований. Один экземпляр безопасность плюс 20 или альтернатива. Выбрать аналитическую валютную биржу. Кредит империи плюс 100%. Хорошо. Если понравится, это если надо добавить. Есть такой себе позитронный компьютер. Плюс 100. Точность энергии. Это и есть, кстати. Электронная власть. Но за счет этого, ну, за счет компьютера стреляет вниз. А пульсионные ракеты хоть и урон высланы, но это немного другое. И тоже хорошо. А вот конденсатор повышенной емкости размера энергетической гармонии в половину выше. Но это в другом месте. Ворота хиперпрыжка. Вообще аномалии между системами позволяют прыгать. Где есть хотя бы одна колонна? Кроме, например, перемещаться между коммунизированными системами. Антиграм позволяет десантникам летать и сильно повышая их мобильность и защиту, увеличивая мобильность. Это на самом деле работает. Играет на самом деле туда. Кредит дорогого кредитов. Ты на три хотя бы выбора. Трое. 15 больше. Магнитотроника. Нашли. Искусственная гравитация магнитотроника. Гравитационные поля. Вот это военная тактика, не там физика. Магнетизмы всякие. Империя Тухтела. Еще начиналось фрегат, космическая фабрика, корабль, Четыре. Нужно десантник уже. Можно выйти на сверхгравитацию. Торпеды 5-15.